как любые игры, отходится тяжеловато, но, в принципе, отошли. Хотелось, конечно, при таком преимуществе выиграть, но футбол вот тем и прекрасен, что он непредсказуем, поэтому все нормально. Готовимся к следующему матчу, а этот матч мы уже проанализируем, и мы его уже забыли. Будут два недельных цикла. Сегодня начинается первый недельный цикл. Будет сыграна 24-го контрольный матч. Сыграем, нас как раз хватает, чтобы сыграть матч, там, возможно, двумя составами. И уже следующая неделя, это будет подготовка к московскому «Спартаку». «Спартак» и «Спартак». Ну, мы едем, как бы, и это непосредственно наш конкурент. И мы будем спокойно, нормально готовиться, анализировать всю ситуацию, которая происходила в матчах «Спартака», как этих двух турах, так и раньше, и будем готовиться. И очень прекрасно, что у нас есть такой матч со «Спартаком» в Лужниках, с очень сильным соперником, повторяюсь. И мне даже, скажем, как тренеру будет очень интересно. Почему? Потому что то, что я вижу, «Спартак» сейчас в хорошем состоянии находился. Ну, для него тоже пауза будет так, не совсем, как говорится, к месту. Ну, всегда пауза, она как бы не то, что останавливает команду. Я не сторонник, хотя они нужны. Но здесь два тура прошло, и пауза, сразу же такая пауза двухнедельная, она всегда так немножко, не то что расхолаживает, она немножко сбивает с игрового ритма. Поэтому и у нас 24-го, скажем, запланирован контрольный матч. Отсутствие футболиста, скажем так, и отъезд сборной, когда особенно спаренные игры, они, значит, ну, футболисты устают, дорога, и не всегда это очень хорошо сказывается на матчах за свой клуб. Поэтому, ну, это нужно тоже воспринять, потому что это сборная, за сборную, за свою страну должны футболисты играть, и это почетно.